31 мая в преддверии Международного дня защиты детей состоялось открытие выставки. В ней приняли участие ученики Тамары Горчаковой, их родители и представитель Совета ветеранов САЭС Людмила Мюллер. Она с приветственным словом обратилась к собравшимся, отметив, как замечательно, что выставка приурочена к 1 июня. Я хочу пожелать всем голубого неба, красочной радуги, детишкам замечательных друзей, интересных увлечений, ярких, фантазийных своих замечательных картин. Людмила Мюллер подарила детям памятные подарки в знак внимания к их творчеству. А ребята поделились с нами, что они изобразили на своих рисунках. Я нарисовал вот эту вот картину «Мечтатель». Как мальчик лежит в поле где-то и мечтает, глядя вверх на звездное небо. Мне нравится заниматься у Тамары Михайловны. Это портрет девочки. Это снежная картина. Это кукла, она под звездным небом. Я ее забыла, и она жила и смотрела в звездное небо. Это вторая снежная картина. С выставкой можно ознакомиться до 1 июля.